Дорогие, у меня есть вот всего лишь 3 пряника, и сейчас из них мы будем делать различные сеты, чтобы как можно больше разнообразить. В маленькую коробочку кладете один пряник и все оставшееся пространство заполняете. На 20 мы можем положить 2 больших пряника и разнообразить их комбинации. Все свободное пространство заполнить пряничной мелочью, листиками.
положить один большой пряник и много-много маленьких. И таким образом получить еще плюс 3 варианта. В коробку 20 на 20 соберем самый дорогой и самый большой вариант. Для этого укладываем туда все 3 больших пряника и по возможности добавляем маленькие листики. Самый большой дорогой вариант у нас будет один, и он готов.